Всех приветствую. Сегодня вам хочу показать и рассказать о конструктиве газогенератора РТЕ 2,5М. 2,5М — это 2,5 мегаватта. Вот. Сам газогенератор состоит из 3 реторт. Это вот реторт номер 1, далее реторт номер 2, вон там, и реторт номер 3 соединены, надеюсь, соединены с теми 2 ретортами. Вот, сейчас общий план покажу. Вот он, сам газогенератор. Расход топлива данного генератора 600 килограмм в час. Вот. Первоначально, чтобы его запустить, снимается вот этот лючок, вставляется горелка. В течение 8 минут она работает. Ее вытаскивают назад, устанавливают этот лючок. Вот. Ну, сейчас покажу, как топливо подается. Вот. Топливо подается вот в этот промежуточный бункер. Из этого бункера она попадает в камеру, вот в эту камеру. Дальше проталкивается шнеком в камеру номер 2. И уже попадает в саму реторту. Соответственно, по воздуху подводится воздух к реторте, чтобы создать вихрь внутри камеры. Вот с той стороны вот видно, там подвод воздуха, вот подвод воздуха. Вот. Сейчас сфокусировался. Установлена автоматика, термопары. Термопар. Раз. Рай термопар. Третий термопар. Четвертый. На третьей реторте термопар. Сейчас фокусируется. Вот, ну, соответственно, зола, небольшие остатки, которые остаются в реторте, и автоматически выводятся. Также здесь вот шнеком. Вот, с реторта. Также выводится конденсат с охладительной рубашки. Также есть автоматика управления, пока ручная, частотное управление, температура на каждую термопару. Частотник установлен на подачу топлива. Соответственно, надо будет завести температурный датчик на частотник. То есть если температура в реторте падает, соответственно увеличивается расход топлива.
дальше по этой магистрали уже уходит пиролизный газ. Надеюсь, что он идет в циклон. Будет делить газ от крупных частей. Далее у нас уходит он на камеру сжигания. Она находится там за стеной. А вот этот вот пошел дымососом, протягивается и уже вступает в холодильник. Здесь газ охлаждается до комнатной температуры и уже идет на саму электростанцию. То есть, соответственно, газ идет на дожик, его можно использовать на котел и на электростанцию через систему очистки газа. Thank you.